Здравствуйте! С вами снова «Подкованные истории» с Витой Козловой. Предвосхищая рассказ о герое нашей сегодняшней серии, скажу, что благодаря нашим упорным изысканиям, а здесь нужно сказать, что мы начали эту работу 3 года назад в рамках подготовки выставки «Наследие великой страны» и работы над трилогией «Боги в седле», где еще не содержатся найденные теперь сведения. Так вот, благодаря нашим изысканиям, статья в Википедии, посвященная этому человеку, была пополнена неизвестными ранее фактами, чему мы очень рады. И оказалось, что не такой уж он и иностранец. Но не буду забегать вперед, сейчас вы узнаете его удивительную подкованную историю. Итак, в 1910 году наш герой первым из российских конников покорил международную конкурную арену. Сам по себе этот факт уже делает его достойным, чтобы каждый, как минимум, конник нашей страны знал его имя. Участвуя в престижном конном турнире в Лондоне, он победил в соревновании для офицеров на строевых лошадях. Имя этого человека, впрочем, у него их было 2. Габриэль Бертрен и Гавриил Алексеевич Бертрен. Колыбельные маленькому Габриэлю мама пела на русском, но читать он учился по французскому букварю. 2 имени, 2 родины, 1 судьба с крутыми поворотами сюжета. Что стоит за этими словами, мы расскажем чуть позже. А начнем со звездного часа в его спортивной карьере, с той самой победы в Лондоне на манеже выставочного комплекса «Олимпия». International Horse Show – так назывался турнир, который впервые прошел в 1907 году. О том, насколько громким и престижным было это событие, говорят имена тех, кто на открытии занимал королевскую ложу. Король Эдуард VII с королевой Александрой и наследник престола принц Георг с женой и детьми. Президентом турнира стал один из самых богатых и знатных людей Британской империи – лорд Лонсдейл. Впечатлял и состав вице-президентов – 10 герцогов, 11 маркизов, 54 графа, 25 виконтов, 80 лордов и 28 рыцарей. Словом, ни малейшего шанса, чтобы великолепное шоу, ставшее ежегодным, не превратилось в одно из главных светских событий, которое привлекало элиту не только британского общества. Участвовать и наблюдать за зрелищем приезжали со всей Европы, из России и даже из-за океана. Это неудивительно, ведь там было на что полюбоваться и кому показать свое мастерство. Трибуны на 10 тысяч зрителей заполнялись до отказа. В июне 1910 года 10-дневная программа состояла из множества состязаний в разных классах. Спортсмены соревновались не только в преодолении препятствий. Проводились также и зрелищные премировки, своеобразные конкурсы среди лошадей и экипажей. Манеж был декорирован с фантастической роскошью. Дальнюю его стену украшала декорация, изображавшая фамильный замок лорда Лонсдейла, перед которым, как огромная лужайка, расстилалась арена. Над ней и трибунами, заполненными дамами в изысканных нарядах, кавалерами во фраках, висели 3000 электрических лампочек. Некоторые в розовых абажурах размером с соборный колокол, отделанные бахромой и папоротником. Впервые соревнования по конкуру могли продолжаться до позднего вечера, когда дневной свет уже меркнет.
Внизу на арене возвышался грот. В нем стояла нимфа, держащая в руках сосуд, из которого текла вода и плескалась в бассейне. Оркестр в имитации греческого храма исполнял бравурную музыку, среди которой, кстати, было много русской. Плющ стелился над балконами. Пурпурные глицинии свисали с крыши, а розовые кусты герани и корзины с цветами создавали барьер между зрителями и ареной. Более 50 тысяч растений украшало трибуны, наполняя воздух благоуханием, и в каждом перерыве служители заменяли увядшие цветы. Для соревнований по конкуру арену обрамили кустами гортензии, такими пышными, что когда один из всадников в них упал, было ощущение, что он утонул в цветах. Что ж, можно посочувствовать неудачливому конкуристу и порадоваться за нашего героя, ротмистра Петербургской офицерской кавалерийской школы Гавриила Алексеевича Бертрена, единственного представителя России среди 175 офицеров со всей Европы, участвовавших в турнире. Всего на конкурной арене установили 9 препятствий, из них корзинка высотой 125 см, а остальные около 1,5 метра. Гавриил Бертрен на своем верном жеребце по кличке Жиль преодолел все препятствия без единой погрешности. Газетные репортеры, освещавшие турнир, в один голос восторгались выступлением Бертрена как самым ярким событием дня, называя его безупречным. Российская же военная газета «Русский инвалид» писала: «Английские офицеры не блеснули своей ездой на препятствиях. Большинство призов они уступили иностранцам. Отлично ездил только капитан Брук, женатый на русской, уговоривший его перенять посадку иностранца. Понятно, что при такой посадке, как у англичан, нельзя было сделать прыжки через препятствия хоть сколько-нибудь солидно. Вот тут и сказалась отличная работа русского офицера и выучка его лошади на мертвых барьерах. Жиль поражал красотой и стилем прыжка. Он брал препятствия с запасом. Ротмистр Бертрен – выдающийся ездок. Выступление единственного русского офицера обратило внимание своей смелостью, лихостью, правильностью и безукоризненным стилем. Прыжки на Жиле ротмистра Бертрена, русская музыка в программе, русские беговые дрожки, русская упряжь в колясках – все это заставило англичан говорить о России и говорить с глубоким уважением. Вот что писала русская пресса. Лондонская Олимпия покорилась Гавриилу Алексеевичу, несмотря на то, что его лошади уже было 27 лет. Весьма преклонный возраст, да и сам он был далеко не юношей, ему исполнился 41 год. Более того, конкуром он начал заниматься всего лишь 5 лет назад, когда еще будучи Габриэлем Бертреном, переехал из Франции в Санкт-Петербург и поступил в офицерскую кавалерийскую школу. И теперь, пожалуй, самое время рассказать, как же француз Габриэль Бертрен стал русским ротмистром Гавриилом Алексеевичем Бертреном. Для того, чтобы разобраться в биографии этого действительно замечательного человека, нам пришлось по крохам собирать информацию из архивов разных стран. Дело в том, что биографические сведения о нем из общедоступных источников оказались крайне скудны. Было известно, что Габриэль Бертрен родился в 1869 году в России, в Таврической губернии. Отец французский подданный, мать русская. Но образование он получил во Франции. Сначала в казенной гимназии, потом в Версальском артиллерийском инженерном училище, после чего поступил на службу во французскую армию. Однако, кто были его родители, кем именно он служил до переезда в Россию и какой была его личная жизнь, об этом источники молчали. Ухватиться за кончик этого клубка загадок нам помогла небольшая заметка в парижской газете «Le Gaulois» от 17 февраля 1900 года. В ней сообщалось: «Вчера в Нотр-Дам-де-Лорет в русской церкви среди блестящей публики состоялось бракосочетание мисс Жанны Марон с господином Габриэлем Бертреном, лейтенантом 46-го обозного эскадрона в Шартре. В роду очаровательной невесты такие фамилии, как Понсар и маршал Лебёв. На венчании присутствовала мать жениха, мадам Бертрен, урожденная княжна Херхиулидзе, проживающая в Крыму в городе Феодосия. Свидетелем со стороны жениха был его брат Валентин Бертрен, который служит в России. Таким образом, нам стала известна девичья фамилия матери Габриэля.
Дальше выяснилось, что звали ее Александрой, и она была младшей дочерью обрусевшего грузинского князя Херхиулидзе Захара Семеновича, генерал-майора русской императорской армии, градоначальника Керчи. А ее матерью была Лидия Григорьевна в девичестве Кушникова, дочь феодосийского богача. Судя по отзывам современников, дед Габриэля, Захар Семенович, был весьма неоднозначной фигурой. По мнению одного из них, он мог бы быть героем удивительного романа. Храбр, как клинок, глуп да нельзя, но после все же приобрел петербургскую политуру, да с большими претензиями на ум, знания, талант, даже на красное словцо. Был он в своей жизни и адъютантом, и губернатором, и воятелем, и живописцем, и хозяином, и по всему этому сделался в России известным своей неспособностью. Однако этой нелестной характеристике прямо противоречат другие данные. Благодаря Захару Херхиулидзе в Керчи были реализованы замыслы городского архитектора Александра Дигби, построившего ряд замечательных сооружений. По свидетельству мецената Поля Дебрюкса, одного из основателей Керченского музея древностей, город строился быстро, но со вкусом. А князь Херхиулидзе, будучи отличным знатоком архитектуры, сам присутствовал при постройках и следил за ними с редкой деятельностью. В 1852 году Захар Семенович вышел в отставку, но через 3 года, во время Крымской войны, был вновь призван на службу. Зная его неподкупную честность, император поручил ему расследовать причины позорной сдачи Керчи. Князь, назначенный инспектировать симферопольские военные госпитали, как писал другой современник, ежедневно навещал больных, следил неусыпно за порядком, осматривал пищу и белье несчастных страдальцев и, к сожалению, заразился тифом, в результате чего и скончался в апреле 1856 года. Похоронили его в Симферополе. Генерал-майор, незабвенный для Керчи, так было начертано на могиле Херхиулидзе. Вот таким неординарным человеком, оставившим след в русской истории, был дед Габриэля Бертрена. Но кто же был его отец? Почему, переехав в Россию и изменив имя на русский манер, он принял отчество Алексеевич? Разматывая клубок дальше, мы выяснили, что отцом Габриэля был французский инженер Алексис Бертрен. Отсюда и отчество Алексеевич. В Крым вместе с первой женой и старшим сыном Луи Алексис Бертрен приехал в 1859 году, так как французы получили подряд на постройку железнодорожной ветки Джанкой-Феодосия. В Феодосии Бертрены прожили 3 года, ровно столько, сколько велись работы по подготовке к строительству. Но поскольку дорога так и не была построена, семья вернулась во Францию. И здесь мы вступаем в область догадок и семейных тайн. Возможно, с Александрой Херхиулидзе Алексис познакомился, живя в Феодосии, и у них завязался роман. И в дальнейшем они также могли встречаться либо в Крыму, либо во Франции. И в результате этой связи в 1869 году родился Габриэль. Впрочем, это всего лишь версия, хотя и в большой степени убедительная. Достоверно же известно только то, что официальный брак они оформили через 16 лет, когда Алексис снова и уже окончательно перебрался в Крым. Автор этой версии – Геннадий Беднарчик, переводчик с французского книг Луи Бертрена, писателя, краеведа, дипломата и старшего брата Габриэля по отцу. Именно вслед за отцом Луи обосновался в Крыму и настолько полюбил этот край, что много написал о нем и даже взял псевдоним Луи де Судак. Итак, нам стало известно, что Россия была для Габриэля Бертрена не чужой. Сменив страну, имя Гавриил Алексеевич он носил по праву рождения. Но что еще могло подтолкнуть его к переезду и крутому повороту в судьбе? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, вернемся к газетной заметке о венчании. В ней указано военное звание Габриэля Бертрена и место службы – лейтенант 46-го обозного эскадрона в Шартре. Сразу скажем, что в эту информацию вкралась ошибка. В Шартре базировался не 46-й, а 4-й обозный эскадрон, и именно в нем служил Бертрен. Согласитесь, звучит неромантично – обозный эскадрон. То ли дело кавалерия. Но нет, кавалеристом Габриэль Бертрен не был. По роду службы он занимался весьма прозаичными делами. Был фурьером и логистом, то есть отвечал за продовольствие, размещение на квартиры, доставку различного имущества, обмундирование и фуража.
Впрочем, в архивах сохранились данные, что в конных соревнованиях среди французских военных он все же участвовал, но выше четвертого места тогда не поднимался. Разумеется, тягаться с драгунами было непросто, но упорство Бертрена говорит о том, что лошади и конный спорт были его страстью, которую во Франции, оставаясь на службе, он, вероятно, не мог реализовать в полной мере. Поэтому выглядит вполне закономерным то, что он вышел в отставку и, вернувшись на свою первую родину в 1905 году, поступил, как говорил Алексеевич Бертрен, на службу в Нижегородский драгунский полк, а в дальнейшем в офицерскую кавалерийскую школу. И, как мы уже знаем, в чине ротмистра российской армии, будучи одним из наставников этой школы, он и победил на знаменитом лондонском шоу. Кстати, участие в этом турнире и все связанные с поездкой в Лондон расходы он оплачивал из собственного кармана, что обошлось Гаврилу Алексеевичу в сумму никак не меньшую, чем 1000 рублей. Большие деньги по тем временам. На эту сумму можно было купить 14 парадных мундиров или 1000 раз пообедать в приличном ресторане. Но Бертрен поставил на свое мастерство, удачу и, конечно же, на верного Жиля. И не прогадал. Его выигрыш в пересчете на русские деньги составил 1700 рублей. Но, как гласит русская пословица, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И в этом ему тоже повезло. На победителя в конкуре блестящего русского офицера обратил внимание и приблизил к себе сам лорд Лонсдейл, президент турнира. А со знаменитым американским инженером-строителем и конозаводчиком Уолтером Уайненсом, известным в Лондоне своими экстравагантными выездами на русской тройке, Бертрена связывала крепкая дружба и сотрудничество. Помните, мы уже упоминали о Уайненсе в подкованной истории, посвященной выдающемуся конозаводчику и коллекционеру Якову Бутовичу. В последующие годы, когда Гаврил Алексеевич снова приезжал на турнир, а продолжалось это вплоть до начала Первой мировой, он выступал на лошадях Уайненса. Интересно, что Уолтер Уайненс тоже родился в России, в Санкт-Петербурге, где его отец, еще одно совпадение, участвовал в строительстве Николаевской железной дороги. В российской столице Уолтер прожил 18 лет и навсегда сохранил любовь ко всему русскому. Вот поэтому кучеров для своих троек он не только одевал, но порой и гримировал в русском стиле, усы и борода лопатой. А когда клеить бороды ему надоело, он выписал из России настоящего русского кучера, которого, кстати, привез к нему в Лондон Гавриил Бертрен. 16 июня 1911 года у русской православной церкви на Уэлбек-стрит собралась толпа. Между зеваками сновали ушлые газетчики, а чуть в стороне, склонившись над кинокамерой, неутомимо крутил ручку оператор компании Чарльза Урбана, снимая экзотическую для Лондона свадебную церемонию. Именно благодаря газетам и описанию фильма, сохранившемуся в каталоге кинокомпании, сам фильм, к сожалению, до нас не дошел. Открывается еще одна страница из жизни Гаврила Бертрена. В каталоге кинокомпании, снимавшей фильмы по уникальной для тех лет цветной технологии CinemaColor, содержится анонс под заголовком «Венчание капитана Бертрена и мадам Денисов». Фамилия жениха была напечатана с ошибкой, но сути это не меняет. В анонсе читаем следующее. На бракосочетание, проходившее в русском стиле, собралось много народу. Гости прибывают в дрожках, традиционных экипажах Санкт-Петербурга и других российских городов. Большинство джентльменов гостей – русские офицеры. Виден отъезд невесты и жениха в церковь, и фильм, несомненно, интересен. Понятно, что здесь речь идет о втором браке Гаврила Бертрена, и на сей раз его избранница, судя по фамилии, русская. К тому же, учитывая, что она названа мадам, а не мисс, можно догадаться, что для нее это тоже был не первый брак. Газеты, между тем, добавляли другие подробности. Так, в сообщении от Букингемского экспресса, озаглавленного «Причудливые экипажи на венчании Вест-Энде», это район Лондона, было сказано, что жених, капитан Бертрен, принимает участие в международном конном шоу в Олимпии. Стало быть, в этот раз в Лондоне у Гаврила Алексеевича сошлись две страсти – к конному спорту и к любимой женщине. Но и это еще не все.
Газета «Таймс» сообщала, что в церковь молодые прибыли. Ну, на чем бы вы думали? Ну, конечно же, на русской тройке. И, разумеется, это была знаменитая тройка Уолтера Уайненса под управлением лихого русского кучера. Уайненс на этом венчании был посаженным отцом невесты, а одним из самых почетных гостей был лорд Лонсдейл. Все описанное есть удивительное свидетельство того, как высоко ценили дружбу с простым русским офицером эти влиятельнейшие люди, за привилегию близкого общения с которыми многие отдали бы состояние. И снова газетная заметка о венчании заставила нас задуматься. Кто же эта таинственная мадам Денисов? Кем была женщина, с которой Бертрен проведет всю оставшуюся жизнь? Разгадать эту загадку нам помогло генеалогическое древо человека, имя которого знает каждый говорящий на русском языке. Это имя Александр Сергеевич Пушкин. Выяснилось, что спутницей жизни Бертрена стала Ольга Иосифовна Денисова в девичестве Пане, которая доводилась Александру Сергеевичу внучатой племянницей. Назвали ее в честь бабушки Ольги Сергеевны, сестры Пушкина, которую поэт нежно любил. В следующем 1912 году Гавриил Алексеевич принял участие в Олимпийских играх, проходивших в Стокгольме, как спортсмен в соревнованиях фехтовальщиков. В этом искусстве он тоже был мастер. И в качестве судьи в соревнованиях конников. К талантам Бертрена добавим еще и выездку. На турнирах в России он ставил программы котельонов фигурной верховой езды, сложнейших и очень эффектных выступлений, в которых зачастую сочетались элементы высшей школы с прыжками через препятствия. В фигурной езде, которую демонстрировала группа всадников, могли участвовать и смешанные пары – офицеры с дамами, что придавало зрелищу еще больше элегантности и очарования. И, наконец, буквально за месяц до начала Первой мировой Бертрен вновь приехал в Лондон и выступил в троеборье. Эта дисциплина конного спорта в 1914 году впервые была включена в программу международного конного шоу, а Гавриил Бертрен стал первым русским троеборцем, который в них участвовал. А потом грянула мировая война, и спортивные подвиги сменились военными. В первый же месяц войны на Северном Кавказе был создан кабардинский конный полк, личный состав которого формировался на добровольных началах из горцев, кабардинцев и балкарцев Нальчикского округа. В сентябрьские дни в лагерь под станицей Прохладной прибыли офицеры, в числе которых был и Гавриил Алексеевич Бертрен, приехавший из Петрограда. К тому времени он был уже в чине подполковника. Незадолго до описываемых событий кабардинский полк вошел в состав Кавказской туземной конной дивизии, знаменитой дикой дивизии, чьи яростные кавалерийские атаки наводили ужас на врага. Служить в столь необычном соединении считалось почетным и далеко не всем предоставляемым правом. Дикая дивизия совмещала несовместимое. В ней служили офицеры порядка 20 национальностей. За 4 месяца дивизию обучили и бросили на австрийский фронт. Она едва только двинулась на запад, а легенда о ней уже летела далеко впереди. Позже во Франции Бертрен переведет на французский язык роман «Дикая дивизия», написанный Николаем Брешко-Брешковским, о событиях, которые он знал гораздо лучше самого автора. В 1915 году за военные отличия Гавриил Алексеевич получит 2 ордена – Святого Владимира 4 степени и Святого Станислава 2 степени. А 24 мая 1916 года, на третий день после начала исторического Брусиловского прорыва, в котором участвовал кабардинский полк, он будет тяжело ранен на самом южном участке Юго-Западного фронта у деревни Окно. В этом же году он будет произведен в полковнике и за боевую доблесть награжден орденом Святого Владимира 3 степени. О том, в каких ожесточенных кавалерийских атаках приходилось бывать Гавриилу Бертрену, какого напряжения физических и нервных сил требовали они от всадника и лошади, говорит один факт.
В 2019 году, давая интервью Сиднейской газете, Уолтер Уайменс рассказывал о своих 50 призовых лошадях, погибших на фронтах Первой мировой и гражданской войны. Среди них была и Вендетта, завоевавшая в Конкуре императорский приз. Так вот, на этой самой Вендетте в одной из своих первых битв сражался подполковник Бертрен. И прекрасно тренированная кобыла не выдержала бешеной скачки и пала. После Октябрьской революции Гавриил Бертрен остался верен присяге и примкнул к белому движению, получив звание бригадного генерала. А с 19 по 21 год был в составе французской военной миссии на Кавказе. Вернувшись во Францию, он продолжил верой и правдой служить своей второй родине и был удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона. Принадлежность к этому ордену во Франции является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг. Умер Гавриил Алексеевич Бертрен в 1939 году в возрасте 70 лет и был похоронен на кладбище Неи-сюр-Сен в предместье Парижа. Вот такой яркой и полной невероятных событий была жизнь первого русского чемпиона. Оставайтесь с нами, вас ждут новые подкованные истории.